На конкурс дети читают стихи. Дарья Спирина. Город Татарск. Отрывок из стихотворения «Рождественская звезда». Роберт Рождественский. Стояла зима, дул ветер и степи, и холодно было младенцу вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вола, домашние звери стояли в пещере. Над яслями теплая дымка плыла. Доху отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса с просонья в полночную даль пастухи. А рядом, неведомые перед тем, застенчивые плошки в оконце сторожки, мерцала звезда по пути Вифлеем. Растущее зарево рдело над ней и значило что-то. И три звездочета спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары. И ослики в сбруе, один малорослый другого, шажками спускались со склонов горы цветам. Рассвет, как пылинки зарыл, последние звезды сметал с небосвода. И только волхвов из несметного сброда впустила Мария в отверстие скалы. Он спал, весь сияющий, в яслях и ступа, как месяца луч в углубление дупла. Ему заменяли овчинную шубу ослинные губы и ноздри вола. Стояли в хлеву, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках немного налево от ясли рукой отодвинул волхва. Тот обернулся. С порога на деву, как гостья, смотрела звезда Рождества.